очень давно не был на студенческих турнирах, только на взрослых. Пожалуй, даже не с тех пор, как играл сам студенческий зачет. Впечатление такое, что и масштабы студенческих игр в Москве по числу участвующих команд и по числу вовлеченных университетов и институтов сильно возросли. И сильно возросло качество вопросов, которые в мое студенческое время было гораздо ниже. Так что я очень рад, что сейчас эта ситуация с вопросами такая, и что проходят такие турниры. Довольно обширно, как мне кажется. Во-первых, я первый раз вообще нахожусь в районе Плеханова. То есть для меня это новый опыт во всех смыслах, что я когда-то играю достаточно давно, был на многих фестивалях, организовывал студенческие чемпионаты России. Мне кажется, что у вас совершенно замечательная площадка, ребята готовились, это видно, очень большая техническая команда, которая поддерживает фестиваль как морально, так и физически, так и материально. Вопрос тоже интересный. Тут, правда, наверное, нужно спрашивать самих участников, что им больше нравится. В целом, если позовут когда-нибудь еще, с удовольствием приду еще. Турнир очень хороший, много участников, это очень радует, потому что обычно на таких студенческих турнирах число команд ограничивается 30 или 20. А тут, по ощущениям, их около 50. Ну, кроме того, очень удобный зал, хороший ведущий. Вроде бы пока неплохие вопросы. И надеюсь, что эта традиция проводить турниры, она не закончится. Насколько я понимаю, это не первый турнир в стенах РЭУ. Надеюсь, что эти турниры будут проводиться и впредь. И это будет не там, и будет 10-й, и 20-й турнир в будущих летах. Мы приезжаем в ваш филиал на игру «Что, где, когда» второй год, привозим свою команду, получаем массу удовольствия. Сама, как человек взрослый, с удовольствием бы тоже приняла участие в такой игре. Спасибо, что приглашаете. Ну, просто отличная идея.